25 сентября бывший муж Ольги Бузовой опубликовал на своей странице любопытный пост. Поклонники спортсмена уверены, что Дмитрий Тарасов снова наступил на те же грабли и обидел неверностью свою третью жену. «Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание. На то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», — написал Дмитрий Тарасов в Инстаграм. Фанаты футболиста сразу узрели в этом послании раскаяние перед Анастасией Костенко, а причиной публичной исповеди стала несомненная измена. Именно так считают поклонники пары, которые засыпали Дмитрия колкими комментариями. Сам футболист и его жена держат оборону молчанием и не реагируют на выпады читателей страницы.